Всем привет! Это канал Акстар, и наконец-то я могу это сказать. Как вы могли заметить, у меня украли канал, и у меня его не было где-то 3-4 недели. Я очень соскучился по вам, очень соскучился вообще, в принципе, по записыванию видео. Точнее, видео-то я записывал очень много для вас, но не мог их опубликовать. В общем, это видео будет очень информативным, поэтому, пожалуйста, досмотрите его до конца. Много новостей и интересного всего разного. Скорее всего, алгоритм YouTube опустит мой канал очень низко, и они будут набирать мало просмотров. Поэтому у меня есть огромная просьба к вам, мои любимые подписчики. В общем, пожалуйста, оставляйте как можно больше активности под видео, как можно больше комментариев, как можно больше лайков. Делитесь этими видео, комментарии оставляйте, и это все поможет мне хорошо начать и восстановить активность. В то же время я обещаю вам радовать вас годным контентом, которого вы еще не видели на русском YouTube. Это будут коллаборации, интересные проекты, музыкальные видео, кавера. Будут также веселые видео, будут видосы с Яриком. Вы же скучаете по Ярику? Ставь лайк и пиши комментарий, если скучаешь по Ярику на моем канале. В общем, очень надеюсь, что вы поможете мне восстановить активность и поддержите меня. Также знаете, что мне прислал YouTube на днях? Серебряная кнопка YouTube. Положу ее здесь, а мы продолжим. У меня свет упал. Итак, 18 октября вечером я, как обычно, пошарился в браузере и пошел отдыхать. Лег на кроватку, и где-то в 10 часов вечера мне приходит сообщение с аккаунта ВКонтакте моего папы. В общем, он написал мне, я скажу более мягко, потому что там слишком не очень. Возможно, я ставлю где-нибудь скрины. Короче, он мне написал: «Привет, твой канал у меня, через 2 часа я его удаляю, плати мне 30 тысяч, и я его тебе верну». Уже в этот момент я понимал, что это все очень плохо, что это все очень серьезно. Просто первые секунды 3 была мысль, что надо мной прикалывается папа, но я сразу после этого понял, что что-то тут не так. В общем, на предложение, давайте я его как-нибудь буду называть, например, дурачок. Вот, на предложение дурачка я не согласился, естественно, потому что не надо вестись на это. В любом случае, он бы мне ничего не вернул, только потерял бы деньги. Я уже тогда понимал, что капец мне, капец каналу на ближайший месяц. И то, я очень надеюсь, что мне его восстановят. Я снимаю это видео, канал еще не восстановили. Я просто надеюсь, что его восстановят, и снимаю заранее. Надеюсь, вы меня тут увидите. В этот момент у меня не было вариантов, что делать. То есть мой компьютер, на него нельзя было заходить. То есть там был уже скачан вирус, как я понимаю, с которого меня взломали. И взломали все мои аккаунты, взломали мою почту, взломали YouTube, взломали ВКонтакте. Поэтому у меня не было компьютера. Время 12 часов вечера, я максимально пытался каким-либо образом вернуть канал, но ничего не получалось. И я уже в этот момент понимал, что каналу капец. Мне приходит, присылают скрин, он. Типа, где уже нет моих видео. Я быстро захожу в YouTube, вбиваю в поиске свой канал, и там нет половины моих видео. Типа, они написаны, что просто удалены. Проходит еще час, я захожу на канал, канал удален. Все. Делать нечего. И что я начал делать? Я начал думать, что делать. И я позвонил Ярику. Он сначала подумал вообще, что я типа прикалываюсь, типа, Акстарич, что ты тут прикалываешься, типа. Я ему начал объяснять, типа, все, у меня украли канал, я ничего с собой с этим сделать не могу. Типа, что делать? Я приезжаю к нему. Это время уже где-то 12:30, и мы пишем в поддержку Ютуба с его аккаунта и пытаемся восстановить канал. Описываем ситуацию, описываем дату, время, и все. Ютуб сказал, типа, мы приняли вашу заявку, ожидайте. Прошло 3 недели. Я почти каждый день писал в поддержку: верните канал. Люди ждут видео. Как видите, его еще нет. Итак, проходит 24 часа с момента удаления канала, и канал снова появляется, но под именем Егор Панарчук. Этот канал не у меня, и видео не мои. Просмотры идут, но просмотры идут не мне. Кстати, многие подписчики знают об этой ситуации. Мы выпускали видос на канале у Ярика. Раиль Арсланов, хижный музыкант, упоминал об этом. И мы все запустили хэштег «Акстарживи». Спасибо большое всем тем, кто оставлял хэштег «Акстарживи». Было вас очень много, я вас очень люблю. И тут такая штука, и Google, в принципе, безопасность, что когда я пытаюсь зайти на свой канал,
произвести какие-либо действия с ним, мне требует огромное количество подтверждений, смс на телефон, подтвердите вход на устройстве, там почта с e-mail, электронная почта, все, дофига всего. А как хочет зайти этот мошенник, дурачок, без проблем, заходи. Хочешь перевести канал на другой аккаунт? Да, за моментально, за 2 секунды, ничего, не надо подтверждать, все, пользуйся. Так, где-то через 3 дня удалили канал Егор Панарчук, и, видимо, канал перешел еще в другие руки, и теперь он называется «Южное солнце». Там нет видео, за это время там отписалось 4000 человек. Мне все присылают скрины, типа, Паша, что такое, что за «Южное солнце», объясни, где канал, верни канал. Огромное количество сообщений, огромное количество поддержки. Спасибо большое вам за это, вы просто самое лучшее. В общем, я уже достаточно много рассказал, может быть, что-то забыл. Теперь я хочу поговорить по поводу розыгрыша гитары. В общем, многие пишут, многие отписывались даже от Инстаграма из-за того, что у меня удалили канал. Я теперь не могу провести розыгрыш, но розыгрыш будет. Мы обязательно с вами его закончим. Вот, вот она, эта гитара. Кстати, когда я буду отправлять кому-то, я также что-нибудь подпишу где-нибудь здесь, если вам что-нибудь нужно, договоримся уже об этом с вами. Так что розыгрыш будет, просто ждите. И удалили канал, я ничего не мог делать. Извините, пожалуйста. Надеюсь, вы не сильно злитесь на это. Также не забывайте, что будет огромное количество розыгрышей в будущем. Будем разыгрывать гитар, будем разыгрывать струны, разыгрывать разные приколюхи, табы. Так что все это будет. Колокольчик, подписка, лайк, активность, комментарий. Как много всего придумали на ютубе. Я очень рад, что я с вами, я очень по вам соскучился. Мне уже не терпится просто радовать вас новым видео. Поэтому спасибо. Надеюсь, вы помните мою просьбу поддерживать все мои видео. А на этом вроде бы все. Сейчас после этого, наверное, выйдет видос с Яриком, гитарист чат-рулетки и все такое. В принципе, на этом все. Ты можешь выходить. Я просто давно не бывал в кадре, поэтому мне нравится. Постою пока. Вы-то можете что-нибудь сделать. Там, подписаться на Инстаграм, например. Там была информация по поводу удаления. ВКонтакте там тоже много. Я вас добавлю в друзья обязательно. Можете написать что-нибудь. Я кнопку Ютуба, например, в Инстаграм опубликовал. То есть те, кто подписан, все знают. Лайк пока можете поставить. Комментарий там. На остальные видосы тоже. Надеюсь, вообще видео вернут, и это будет не первое видео на канале. Вроде бы... Так, что еще? А, вспомнил. Ярик. Пульт не у меня.